В Москве на заседании правительства говорили о развитии дополнительного образования. Сейчас в различных кружках и секциях занимаются 12,5 миллионов детей. Это на миллион больше, чем годом ранее. Но вовлекать нужно больше учеников, как отметил Дмитрий Медведев. Этому может способствовать развитие государственного частного партнерства. У бизнеса должна быть возможность давать деньги на воспитание и обучение подростков. В конце декабря правительство утвердило правила предоставления субсидий негосударственным организациям дополнительного образования. Они будут выдаваться на конкурсной основе и компенсировать затраты, которые учреждения несут при выплате процентов по кредитам.